и вкуснота. Охладився и получи витаминки. И медик. Медик вкусный, полезный. Молочный коктейль на основе ягод. Клубника, вишня и яблоко белый налив. Все-таки добавили чуточку меда, потому что яблочки и вишни есть больше кислоты. Вот такие охладительные. Питательный получается коктейль на основе молочка. Как вкусно, не выходя из дома, такая вкуснота и красота. Можно сейчас с персиками, у нас персики зреют, у нас абрикосы зреют. Можно, какие вкусные коктейлики делать за мое здоровье. А малинки сюда добавить. Просто одно очарование. Як це все, ребята, вкусно. Спасибо Лені, яка проживає в Польщі, за такий чудесний блендер. Леночка, ваше здоров'я. П'ємо за ваше здоров'я, своє не пропиваємо. Своє обогащаємо вітамінками. Ребята, делайте флешмоб. Делайте такие же сами коктейли и пишите в комментариях, с чем вы больше всего любите делать коктейли. А я буду пробовать еще с персиком делать. И с красной смородиной. Тоже и с малиной. И с иргой. Очень вкусных много ягод у нас в хозяйстве. Можно делать. Главное, чтобы у нас присутствовало электричество. Вкусно. Яблочки вкуснее. Чувствуется пюрешечка. Красота. Пьем за Лену на здоровье, яка проживаю в Польше. И за свое не забываемся. Красота. И вкуснота. Охладився. И получи витаминки. И медик. Медик вкусный. Полезный. Делаю коктейль. Тут у меня клубника, дригльована вишня и яблоки белый налив. Наливаем молоко. Одну порцию сделали. Вот с Ольгой выпили. И пока у нас присутствует электричество, решили повторить коктейль. Поставим потом в холодильник и чуть позже его выпьем. Так, молочко яготинское. Жирность именно для деток. Таке молочко. Мы для себя. Так, что у нас ягода. А, мед. И добавляем мед. Получится вот такие у нас вкусный, привкусный коктейль. Очень вкусно. Так, мед. На мед надо другую ложку брать. На другую ложку. Достаем буквально вот столько. Туда хлебись. Вот так. Туда мед. Давай. Дальше я ж не буду брать. Вот так, вот так, вот так, вот так. Помыли. Вот. И сейчас. Дригльована вишня, яблоки, клубника у меня было предварительно заморожено. Морозилку надо поставить. Так, накрываем. Крышкой. Вот так. Ставим в блендер. Можно сделать со смородиной.
на косточках там есть. Чего это щелкнуло? Угу. Возможно, косточка есть. Ой, на колись так было. Як я делала пастилу, на пастилу це все дело делала. Збивала тоже, де попадала косточка, а потом... Сейчас попробуем по густоте. Ледяный, вкусный. Что-то лять все молоко. Нет. Оля! А ну иди тут, наче густейший. Оля! Может, хай будет густейший? Холодный, вкусный. Мед хорошо, отлично. Я сюда сейчас лоточек высыплю. Ставлю в холодильник холодный. Даже в морозилку можно. А ну пробуй цей, что я сделала второй на ложку. По густоте. Там, значит, десь косточка з вишні, чтобы ну, недолго це яблоки не дуже розбомбилися. Значит, таке саме мед більше холодно. Холодніше, да, бо тут уже нагрілося. Мало молока не. Ну я ж кажу, добавить молока? Мені да. І ще раз бомбить його. Угу. Дві бутилки молока по 60 гривень літра. От такий у нас коктейль. 62. 62? Да, і плюс ягоди, плюс мед. А тут немає літра, 950. Да, яка різниця? Ти б заплатила за літр. Не, 950. 950 заплатила. Так, зараз ще бабахне ненадовго. Вона хоче, щоб більше їй було молока. Я хочу, щоб мені було ягод більше. Чуєте, щелчок, щелчок, там косточка є. Такий блендер мені подарила Ольгіна колега Лена, яка проживає в Польщі. Вона мені довезла прошлий год. Мы делали пастилу с ягод. Очень удобно. А так я заранее была перетирала все на сыте. А она нам выслала блендер. И с блендером дело решается очень хорошо. Так, косточка, наверное, здесь есть там. Вот так. Капелька. Это побелище получается. Это похолоднее. Сейчас попробуем. С молоком я все тямкаю. Оцей, по-моему, сладше меда больше чувствуется, тут больше молока. Угу. А це вкусніше. Це заморозить можно и вообще как мороженое. Бачите? Вообще. Ребята, делайте домашнее мороженое. Молоко. Ягода, пішли в сад собі, нарвали ягоди, потім кинули в морозилку і їсте як морожене, охлаждайтеся. Тому що на дворі у нас більше полтинника жари. Оце все-таки перший був вкусний, це що додавала більше молока, чувствується більше молоко. Зараз закрию контейнер у морозилку. Тобі морожено собственними своїми руками. Ти бачиш таке морожене красиве?